Студия школа Эмили Павловны Шафа представляет историю. Вам расскажу я историю, не историю, а настоящую сказку. Было это зимой, прямо перед Новым годом. В одном небольшом городке ребята взялись лепить снеговика. Лепили, да не долепили. Маму домой стали звать. Ребята и разбежались. Так и остался он лежать. Одна голова из сугроба торчит. Вот странно. Голова ворочается, а ноги не идут. Батюшки, да у меня и ног-то нету. Вот так дела. Что же это делается? Как же мне быть-то? Срам такой! Люди добрые, что же мне делать? А ты, Деду Морозу, Морозушка, сходи. Новый год ведь на носу, кар, но тебе и поможет. Так, а как же я пойду? Ног-то у меня нет. Ну, а голова-то тебе на что, кар? Вот ей катись. И верно. Эй, а куда катиться-то? И кое-как, выбравшись из сугроба, покатился на поиск Деда Мороза. Вдруг навстречу ему заяц скачет. Заяц, а не видел я ты Деда Мороза? Я его ищу, хочу у него тело себе попросить. Самого его не видел. Да только сани его на другом конце города стоят, там его ищем. Правда, снеговик, никого не обижаю. Дедушка, мне бы тело, два шарика. А то не гоже так-то, а так голова из снега торчит. Так есть у тебя же тело, ты, видать, ко мне катился, она и скаталась. А я тебе лучше подарю шарфик красивый, да колпачок на голову. Вот тогда совсем красавцем будешь. Спасибо, Дедушка Мороз! А когда ребята проснулись, вот-то они удивились. Все гурбой вывалились на улицу и охоть, и ахать. Вот чудо так чудо! Ай да снеговик! Ну, настоящая новогодняя сказка! А над городком шел снег, и Новый год был уже на пороге. Желаем вам в этом году не терять голову, с ней-то хоть куда!